Молодец! Теперь настоящий солдат. А я как вчера вернулась, да. Нет, не у мамы была. Не в тюрьме, нет. В командировке. На сцене Кустанайского областного русского драматического театра готовится премьера спектакля. Это комедия в жанре фарса «Мамуля». Жизненную и простую комедию реализовали здесь в декорациях советского цирка. Виталий Одинец играет в спектакле главную роль. Причем, как отмечает сам мужчина, совсем для себя непривычную. Необычная она уже тем, что в этом спектакле придется открыть карты. Я играю женщину. Ну, афериста, который переодет в женщин. Ну, я не помню в своем репертуаре, чтобы я когда-то играл женщину. Может, и играл, может, не помню. Вот, поэтому это уже, это осаночка, это бюст и все дела. Вот, как там. Поэтому это уже сложно. Основные замечания режиссера: Виталий, осанка. Виталий, это женщина. Вот я хожу, как в том фильме. Я мужчина, я мужчина. Здесь женщина. Главная героиня пьесы очень хочет выйти замуж за своего гражданского мужа. Женя соглашается жениться на Нине, но ставит условия. Сначала он должен познакомиться с тещей. Просьбы жениха приводят Нину в замешательство, потому что ее мама находится в местах не столь отдаленных. Но Нина находит выход из ситуации, приглашая на роль матери афериста. Это хорошо сделанная пьеса. То есть, суть и форма очень тесно переплетаются, и получается очень, действительно, комедия смешная. Бывает же очень много комедий, которые не смешные. То есть, а это вот получилось очень удачно. Хорошо сделана пьеса. Эта эксцентричная комедия-фарс с элементами советского цирка полна неожиданных поворотов и смешных диалогов, а также непредсказуемых ситуаций, в которых оказываются герои, подчеркивает режиссер театра. Премьерные показы этого спектакля пройдут уже в конце этой недели. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН.